Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Я хочу сказать вам кое-что. Иисус Господь, и Он одесную Отца. И молитва меняет вещи. Если вы думаете, что дьявол или кто-то на него похожий окажется наверху, то вам нужно еще подумать. Потому что я прочитал Библию в конце. И в конце Библии написано, что мы побеждаем. Слава Богу! И вам понравится эта передача сегодня. Говорю вам. Отец, мы благодарим Тебя за нее. Слава Богу. Мы воздаем Тебе хвалу и честь и славу. Ты наша победа, Господь Иисус. И мы ходим в ней и живем в ней прямо посреди всей этой неразберихи. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за все это во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова вместе поприветствуем брата Билла Уинстона на нашей передаче. Слава Богу. Я не могу выразить, насколько я наслаждаюсь тем, чем ты делишься здесь, на нашей передаче. Это хорошие вещи. Верно? Это хорошие вещи. Мы приходим сюда, чтобы записывать эти передачи. И мы записываем одну за другой. Вот почему в среду, четверг и пятницу едва можно удержаться за этим столом. Но потом он приезжает к нам. И мы вместе проводим вечер. И это не тихое и спокойное время. Мы проповедуем друг другу все время. Аминь. Аминь. И Слово Божье такое богатое, да, такое хорошее. Так. Слава да. Богу. Давайте снова откроем наши Библии на послание к римлянам. Нам нужно увидеть одну из опасностей. Позвольте мне сказать это так. Опасный способ пытаться изучать Библию — это один стих тут и там за один раз. Своего рода избирательный метод, как коробка с обетованиями. Если там есть стих 19 и 20, к которым мы хотим обратиться, нам стоит узнать, о чем он говорил, когда пришел к ним. Если начать читать отсюда, с самого первого стиха, то можно увидеть. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Это можно сказать так. «Кто ходит не на основании пяти физических чувств, того, что вы видите, что вы чувствуете, ваших эмоций, но на основании Слова Божьего». Да. Дух Божий написал Слово Божье. Это наша связь. Слово Божье — это Божий мост между Богом и человеком, между небесами и землей. Давайте в свете того, о чем Он учит, и того, куда мы направляемся, скажем это так. «Кто водим не своими чувствами, или окружающими обстоятельствами, да. или тем, что говорят другие люди, но кто водим Духом Божьим». Вы можете быть рожденным свыше чадом Божьим, пойти на небеса, когда вы умрете, и испортить при этом здесь все настолько, что вы будете просто ждать того, чтобы умереть пораньше, чтобы уйти отсюда. И это не ответ. Да. Быть водимым Духом Божьим — это победоносный образ жизни. И Иисус пострадал и умер, чтобы обеспечить нам такой образ жизни. Аминь. И давайте двинемся дальше. И прочитаем... Четырнадцатый стих. «Ибо все водимые Духом Божьим...» Все водимые Словом Божьим. Все водимые тем, что Иисус сделал для нас. Словом Божьим, Духом Божьим. Суть — сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче», которым мы взываем «У меня есть Отец». Я не без Отца, я не одинок, я водим Духом Божьим. Мне не нужно пробиваться через это в одиночку. Слава Богу! Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы
дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем. И эту фразу крутили и переворачивали, били и перебивали религиозно. «О, мы просто несем наш крест, страдаем с Ним». Это не имеет никакого отношения к тому, о чем здесь сказано. Иисус сказал, «Если вы собираетесь следовать за Мной, вам придется принять Мое дело. Вам придется ходить в этом». Он говорит о хождении веры. Он говорит о хождении в Духе Божьем. Если вы собираетесь быть водимыми Духом Божьим, вам придется столкнуться с некоторым сопротивлением. И вам придется вера проходить через это. Что бы это ни было. И кое-что из этого довольно ужасно. Это так. Но мы в этом не одни, Билл. Не только мы есть друг у друга. Слава Богу. У нас обоих есть Дух Божий. И как только вы определите это в вашем разуме и вырветесь из этого религиозного контекста, «О, я бедный старый, я просто жертва всего этого», вы начнете видеть, это для того, чтобы мы могли вместе с Ним и прославиться. Если вы будете сражаться в сражении, вы одержите победу, аллилуйя. И затем он говорит, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания». Я думаю, что все эти проблемы, весь этот экономический мусор, и все то, что делает дьявол, и все вокруг, все, что люди портят из-за того, что они не знают, что делать, они испортили это с самого начала. Знаешь, есть закон, который называется законом ямы. Закон ямы? Да, ямы. Когда ты в яме, перестань копать. Если ты оказался в беде, да, беря прав. Деньги в долг, перестань брать деньги в долг. Я имею в виду, вы так просто копаете свою яму глубже и глубже. Хорошо. И взываете к Богу из-за того, что яма такая глубокая. Но вы движетесь в неправильном направлении. Вам нужно выбираться из этого. И затем вы приходите к этой сильной части. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Я не говорю о том, что это откроется после того, как вы умрете и пойдете на небеса. Да, это славно. И он говорит о славе, которая проявлена посреди всего бедствия. Да. Когда выводимы Духом Божьим, Словом Божьим, именем Иисуса, кровью, крестом, воскресением Иисуса, если вы ходите с Его силой, вы увидите славу. Прямо там, где все остальные в беспорядке, вы увидите славу. Слава Богу. Усиленное ожидание. Это настоящее определение слова «надежда». Фактически, это то, что значит слово «надежда». Ибо творение с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Подумайте минутку, что он только что сказал? Если вы водимы Духом Божьим, тогда Бог считает вас своими потомками, своей семьей. И вы ходите и живете в Его экономике, а не кто-то другой. Вы ходите в Его силе, а не кто-то другой. Вы часть благословения, а не проклятия. Вы проявление этой славы. Это проявляется вокруг вас, через вас, для других людей. И они придут, чтобы войти в славу вместе с вами. Вот о чем он постоянно говорит. Да. А все творение страдает, находясь под тяжестью греха. И иногда земля просто не может больше это выдерживать. Она будет ломаться. Тектонические плиты будут находить одна на другую. Погода будет портиться. Если вы не думаете, что сила дьявола влияет на погоду, вы не так давно живете. И когда вы видите силу Божью над погодой, она изменит ее. Вы увидите все тихим и успокоившимся. Аминь. Так что все творение, при всем том проклятии, которое было проявлено, стенает и ищет и ожидает, что Божьи люди сделают что-то. Они будут делать что-то. Мы страдаем, и мы умираем, сделайте что-то. А у вас есть сила, которой можно сделать что-то. Творение ожидает, Боже что мой. Церковь будет церковью. Слава Богу. И Билл, мы почти это там. Это время. Церковь настроена на то, чтобы быть церковью. И я знаю многих из них, которые уже находятся в этом. И чем больше я читаю это,
Я просто не могу больше оставаться спокойным в отношении этого. Что-то происходит внутри меня, Билл Уинстон. Боже мой. Это как тигр в клетке, пытающийся выбраться наружу. Я верю, что восхищение тела Христова, приход Иисуса, так близки. И мы просто... Я помню, когда я был маленьким мальчиком, мне нравилось играть с магнитами. Да. И вы кладете маленькие металлические шарики и подносите магнит снизу под лист бумаги и смотрите, как эти шарики прыгают. Я верю, что чем ближе это приближается, тем больше эти металлические шарики прыгают. Это то, что они готовы двигаться. Да. Я верю, что это происходит прямо сейчас. Это. Я знаю, это что есть что-то, это происходит. И дьявол видит, что это происходит. И он бегает, как курица с отрубленной головой. Он не знает, что с этим делать. И другие враги креста, враги Бога и Иисуса, все их последователи, обращаются к Иисусу быстрее, чем они могут их усмирить. Да. Вот почему происходит так много терроризма и других вещей. И мы прямо посреди этого. И так как я весь разгорячился, я собираюсь передать слово тебе. Ты прочитал это? Ты говорил о тех, кто водимы Духом Божьим. Я чувствую, что когда мы говорили об откровении сынов Божьих, это водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Я чувствую, что именно к этому Бог хочет вернуть церковь. Он хочет вернуть церковь к взаимоотношениям, которые у него были с Адамом до грехопадения. Да. Понимаешь? Иисус назван последним Адамом. Взаимоотношения были совершенным общением. В Эдемском саду. В Эдемском саду. Так что пришел Иисус, и Он пришел, проповедуя что-то здесь, в Евангелии от Марка, 1 главе. Евангелие от Марка, 1 глава. Это то, как я могу принять это в качестве откровения. Он сказал, «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь». И веруйте в Евангелие. Слово «покаяться» в приставке «по» есть смысл многократности, что это надо делать снова и повторять снова. Это значит вернуться назад к чему-то, возвратиться. И необходимость покаяться, вернуться назад к этому началу, к чему-то, что было, и Царство Божие существовало в Эдемском саду, где частью которого являлся Адам. Я никогда не думал об этом, что касается термина «покаяться». Конечно. Да. Особенно в Новом Завете. Покаяться никогда не означало сожалеть о чем-то. Нет, не значит. Это означало развернуться на 180 градусов и пойти назад. Да. Развернуться и пойти в другую сторону. Как далеко назад вы можете пойти? До Эдемского сада. И Даниил сказал в 12 главе книги Даниила, что последние дни знания умножатся. Он говорит об этом естественном, интеллектуальном знании людей, которое увеличивается. Но посмотрите, что они делают. Они берут и пытаются клонировать человека с этим знанием. И так далее. Понимаете? Так что это уводит их дальше от того, что Бог запланировал вхождение человека с ним. В том, чтобы делать правильные вещи по правильным причинам. Это покаяние. Мы сейчас говорим, давайте вернемся к совершенному общению. Это возвращение в то место, где мы можем просто говорить вместе. Да. Мы можем жить и говорить вместе. И это семья, о которой ты говоришь. Это возвращение назад к этому. Поэтому, когда мы говорим об этом, то, о чем я иногда говорю, это принятие иного мышления, потому что вам понадобится изменить ваш образ мыслей, чтобы делать это. Я называю это мышление Царства Божьего. Когда я говорю это, давайте просто противопоставим. Демократия и теократия — это две разные вещи, если так хотите. И давайте противопоставим их мышлению. Когда вы идете в церковь, человек идет в церковь в воскресенье, а потом в понедельник они идут на работу, и там нет церкви. Подождите, давайте изменим картину. Во-первых, вы и есть церковь. Вы приходите в здание, и теперь вы будете научены. Теперь вы приходите вместе, собираетесь вместе, как верующие, слава Богу. Мы не разделяем и не отделяем Бога от всего остального моего поручения, от моего поручения, моего времени здесь, на этой земле. У Авраама Бог был во всем, что он делал, во всех сферах. В таком мышлении мы отделили церковь
Я пойду сюда в воскресенье, и там я не буду ругаться, а потом пойду вот сюда, в понедельник, и это произойдет. Подождите минутку, подождите. Он внутри вас в этом общении. Мы с ним все время. И он с нами все время. Он в моем бизнесе. Он в моей системе образования. Говорим ли мы тогда о разнице между просто верующим и учеником? Именно так. Это верно. И когда мы говорим об этом, внезапно, отделение церкви от государства. Откуда это пришло? Если бы не было Бога, не было бы государства. Да. О чем вообще речь? И любое государство без Бога – плохое государство для жизни в нем. Чтобы быть там. Поэтому подождите минутку. Заметьте, что сделало это интеллектуальное организационное направление? Оно попыталось убрать влияние Бога из моей ежедневной жизни, поместить его вот туда. И когда я попадаю в какие-то неприятности, из которых я просто не могу выбраться, тогда я... Билл, я заметил это за те годы, которые я в служении. Человеческие решения, проблем, без Бога, всегда склоняются к тьме. Всегда склоняются к смерти, склоняются к разрушению. Человек не может понять, как иначе это можно исправить это, кроме как убить это. Да, это верно. Если у него проблемы дома, он хочет убить жену. Да. У него есть то, что он считает еврейской проблемой. Да. Каков ответ? Убить всех евреев. У него есть то, что он считает индейской проблемой. Каков ответ? Убить всех индейцев. У него есть проблема белых людей. Каков ответ? Убить всех белых людей. Это никогда не было ответом на какой-либо вопрос. Да. Убийство никогда не было Божьим способом разобраться с чем-то. Если вы давите на Бога до такой степени, что Бог просто убирает свою руку, там будет смерть. Это так. Потому что Бог — источник жизни. Но я заметил в Божьих планах и в том, как Он действует. Если вы отойдете назад и посмотрите, кто планировал ту программу, в которой мы находимся сейчас? Кто планировал Американский союз гражданских прав? Кто планировал семью? То, что касается семьи. Планирование семьи. Вы просто читаете о людях, которые планировали все это, и смотрите, кого они пытались разрушить. Это не ответ, Билл. Они оставили Бога вне этого. Вне. И это то, что я говорю. Он приносит жизнь. Иисус сказал, покайтесь. Идите в другую сторону. Идите в другую сторону. Вы идете не в ту сторону. Говорю тебе, я вижу это. Правительство, которое следует за этими деструктивными вещами, никогда не процветает. Никогда. В этом никогда нет никакой здравости. Да. Нет счастья, нет радости. Никогда нет полноты света и благости. Так и есть. Это просто полно смерти. Мы благодарны Богу за правительство, которое у нас есть, и демократию, и люди могут голосовать и так далее. Но когда мы приходим в Царство Божье, теперь мы приходим под правление небес. И когда вы оказываетесь под властью небес, Бог, всемогущий, это тот, кто выше всего. И Иисус становится царем и Господом. Да. Можем ли мы? Можем ли мы жить под этой властью на этой земле? Посреди всей этой смерти и разрушения. Так, словно мы уже на небесах. Абсолютно. Абсолютно. Я верю в это всем моим сердцем. И это то, что вы можете делать. Я верю, что Библия учит нас, что это то, что мы можем делать. У нас могут быть дни неба на земле. Об этом сказано во Второзаконии. Да. Это то, как мы можем жить. Нам нужно вернуться к его образу действия, чтобы делать это. Но это часть покаяния. Вам нужно оставить часть мышления, которое у вас было, и некоторые из ваших путей, и вернуться к тому, как Бог действует. Быть водимым Духом Божьим. О, да. Понимаете? Что касается владычества, тут сказано, что Иисус придет и установит новое владычество. И вот почему Он сказал в 9 главе книги Исаии, «Владычество на плечах Его». И нарекут ему имя «Чудный», «Чудный советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Умножение владычества его и мира нет предела. Во второй главе Даниила выражено иначе. И что он сделал? Он показал,
что этот истукан, который был сделан, после по ногам рассыпался. Золото, серебро, медь и так далее, железо, все это рассыпалось, и затем гора наполнила всю землю. Что это за гора? Царство Божье наполнит всю землю, и это то, что у нас есть. Это часть нашего поручения — нести культуру Царства Божьего миру. Которая есть любовь Божья. Которая есть любовь Божья. Потому что без нее мы не можем справиться. Их система так сильно сбилась с пути. Это единственное царство. И чтобы принести это царство на землю, где у каждого человека будут взаимоотношения с Иисусом, кем бы они ни были, от стариков до младенцев, они все будут знать Его. И это не религия. И это не религия. Это не имеет никакого отношения к религии. И они будут водимы Его Духом. О, да. Они будут говорить: «О, Абба, Отче, у нас есть Отец, Папа. Мы можем призывать Его в любое время, и Он спасет нас». Это очень, очень, очень сильно. Вот куда мы направляемся. И куда бы вы ни шли, всегда есть сражение, чтобы попасть туда. И это так. Сейчас, когда мы на этой земле, мы больше, чем просто люди здесь. Мы — Его семья и представители с поручением приносить Его культуру в гущий и умирающий мир. Слава Богу, Билл! Благословение Авраама, Боже мой, которое было по завету заменой благословения Адама, верно. Это передалось через Иисуса нам. Да. Да. И то, что в Слове Божьем названо Евангелием, было благословением. Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать благую весть». Проповедовать благословение нищим. И оно было достаточно сильным, чтобы исправить все, что угодно. Да, церковь — носитель этого благословения. Как они смогут получить что-то из этого, если мы не проявляем это? Именно так. Да. И это времена голода, времена спада, депрессии, болезни и немощи. Ты замечал, как болезни и немощи и финансовый спад идут в одной связке? В одной связке. Они точно идут в одной связке, верно? Начинается экономический спад, и не проходит нескольких месяцев, как появляется эпидемия чего-то. Каждый раз. Она придет сразу, в таких местах, за этим. Как некоторые части Африки и так далее. Кажется, что бедность приносит болезнь. Она придет вместе, потому что они идут в одной связке. Это проклятие, которое идет своим путем. А что касается благословения... Боже мой. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Да. Ибо творение с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. И затем. Ибо все водимы Духом Божьим, суть сыны Божьи. Вы можете быть сыном, и вы можете быть бунтовщиком. И даже, хотя вы являетесь родственниками отцу, да. Вы не похожи на отца, потому что вы отделили себя от его дел и его занятий. Но если вы водимы Духом Божьим, тогда вы живете вашу жизнь как сын Божий. Да. Итак, в 17 стихе. Нет, в 16 стихе. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники». Наследники Божьи. Сонаследники же помазанному и его помазанию. Я верю, что прежде всего, это и есть причина, почему Дух Святой использовал здесь слово «Христос» вместо слова «Иисус». Верно. Потому что Он говорит не только о том, чтобы быть сонаследником с Ним, но и со всем, что у Него есть, что пришло через воскресение из мертвых. И недостаточно говорится и преподается. Люди недостаточно живут тем, что значит быть наследником Божьим. Тем, какое наследство есть у нас. Большинство людей хотят отложить это до того момента, когда они попадут на небеса. Позволь мне спросить тебя кое о чем, Билл. Мой отец, А.В. Копланд, я его единственный сын.
единственный ребенок в этой семье. Поэтому я был единственным наследником. Позволь мне спросить тебя. Когда я получаю имение, когда я получаю то, что он оставил по своему завещанию, когда я умираю или когда он умирает? Да, и он уже умер, верно? Разве Иисус не умер? Да, он умер. Тот факт, что он воскрес из мертвых, не отменяет того факта, что он умирал. Это просто значит, что он воскрес из мертвых, чтобы подтвердить подлинность своего собственного завещания. Поэтому это не после того, как мы умрем и пойдем на небо. И об этом говорится недостаточно, брат Билл. Есть место Писания в первой главе послания к евреям. Брат Копланд, давайте посмотрим на это на минутку. Это место Писания просто динамит. Сильное место. И он сказал в послании к евреям, в первой главе, в первом стихе, «Бог многократно и многообразно говоривший, издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил». Я посмотрел это в переводе Чарльза Уильямса, и там сказано так. «Сделал его законным владельцем всего». Слава Богу! Я сонаследник Именно. Этого. Это необходимо проповедовать. И потом мы видим, как Павел взял это и поместил это в послание к Коринфской церкви. Именно об этом Абсолютно. Он говорит здесь. Это то, о чем он говорит. Я уверен без всякой тени сомнения, что апостол Павел написал послание к евреям. Он был единственным, кто подходил для чтобы того, чтобы написать послание к евреям. Я верю, что он написал это, я твердо убежден. И теперь вернитесь в третью главу первого послания к Коринфянам. Подожди минуту. 1 Коринфянам, 3 глава. Хорошо. Потому что он законный владелец всего, но при этом мы сонаследники с ним во всем. И в 21 стихе сказано, «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Имеют ли эти слова какое-то значение? Знаешь, в чем проблема? В чем? Никто не читает завещание. Да. А ведь мы сонаследники здесь. Да. И он был сделан, назначен. Да. Иисус унаследовал все. 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 А я его сонаследник. И когда говорится обо всем, некоторые люди говорят, ну, он говорит о духовных вещах. Ну и что? Ну и что? Это то, откуда приходят все материальные вещи. Да. Это даже больше. Все духовные вещи, это даже больше. Это больше. Все вещи. Теперь нам нужно принять это. Но проблема была в том, что в 4 главе послания Галатам, давай снова вернемся туда. Он сказал в 4 главе послания Галатам, и еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. И в одном из переводов Библии сказано, господин всего имущества. Но он недостаточно зрелый, чтобы знать, что с этим делать. И если пойдете дальше, он говорит, он подчинен попечителям и домоправителям, и так далее. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконное, дабы нам получить усыновление. Это интересно, чтобы нам получить усыновление. И это слово «усыновление» в греческом, я общаюсь с человеком, знатоком греческого языка, это не значит, что вы были вне семьи и пришли в семью. Это значит, что вы были в семье, но вы находились под попечением, потому что вы были незрелыми. Усыновление означает приход в полноту зрелости. Я вижу тут кое-что. То, о чем здесь говорится, допустим, что мой отец чрезвычайно богатый человек, владеет множеством компаний, земель, у него много работников, он влияет на экономику целого региона, целой области. Да. И, допустим, я его сын,
И я достиг нужного возраста. Я был его сыном все это время. Верно. Но теперь он звонит мне в мой день рождения и говорит: «Теперь время, чтобы ты принял ответственность за твою равную долю в этом». Я вижу это, Билл. Я помню, было время, когда я не доверял моему сыну ключи от моей машины. Да. И Джон может смотреть передачу прямо сейчас, и он точно знает, о чем мы говорим. Понимаешь, что я говорю? Да, конечно. Мы говорим здесь, что даже хотя эти вещи наши, и Бог дал нам наследство, но оно не будет доставлено нам или передано нам сверх нашего уровня роста. Так что пришло время Абсолютно. Вырасти. Абсолютно. Вот почему я думаю, что не видно, что так много в руках святых. Павел сказал в Деяниях апостолов в 20 главе, 32 стихе: «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Он не собирается просто вывалить это на вас, Нет. не назидая вас. А если вы не подчиняетесь этому назиданию, да. вы не будете ходить во многом. Совершенно верно. Знаешь, я заметил это, Билл, за годы. И это отвечает на кое-что из этого в моем мышлении. Люди видят благословение Господне в нашем служении. Люди видят благословение Господне в твоем служении. И они злятся из-за этого. И я говорю о христианах, о верующих людях. Брат Коплан, проповедники. И просто злятся. Зачем злиться? Зачем злиться из-за этого? Да, словно Бог делает что-то для меня. Да. Почему же Он не делает что-то для меня? Потому что вы глупец, сидящий там и плачущий об этом. Именно да. поэтому. Вы не можете слезами проложить свой путь. Ни к чему. Это вопрос возрастания. И чтобы да. возрасти, определенное давление будет оказываться на вас в течение периода времени. И брат Коплан, когда вы возрастаете, это значит, что вы выходите из плотского мышления и приходите к духовному да. мышлению. И когда такое происходит, плотской человек, Павел описывает его, он сказал: «Вы движимы вашими чувствами, вы завидуете и так далее». Поэтому до тех пор, пока эти люди злятся на тебя или на меня, просто за то, что Бог благословляет нас, что мы проходим через да. битвы, побеждая, и так далее, они никогда да. не придут к этому. Вы не можете получить это таким образом, и вам нужно решить: подождите минутку, я здесь, я ребенок, я такой же ребенок, как и они, и у меня есть наследство. То, что мне нужно делать прямо сейчас, мне нужно соответствовать требованиям для получения наследства. Так что же мне придется делать? Иисус сказал: «Если любите меня, исполняйте мои Верно. Заповеди». Поэтому мне придется направить мой образ жизни к тому, что Он сказал делать. Если Он сказал быть щедрым, тогда я буду щедрым. Если Он сказал отдавать десятину, я буду отдавать десятину. Если Он сказал давать, я буду давать. Если Он сказал ходить в любви, я буду ходить в любви. Если Он сказал ходить верой, я буду ходить верой. Да, но что если... Да, но что если больше не считается, если я собираюсь да. здесь расти? Помнишь, они были в пустыне, жалуясь и ворча. 8 из 10. 8 из 10 из них, и они никогда не пришли никогда в свое наследство. Никогда не попали туда. Никогда не попали туда. Ко мне подходил один человек, и он был пастором. И благослови его сердце, он пришел ко мне после служения. Он сказал: «Пастор Уинстон, я хочу, чтобы вы простили меня». Я спросил: «За что?» Я здоровался с людьми после служения. И он сказал: «Я говорил плохие вещи о вас». Я сказал: «Ну, слава Богу». Я сказал: «Послушай, брат, что я сделал, что спровоцировал это?» Он сказал: «Ни малейшего понятия. Я просто слушал некоторые вещи и начал говорить некоторые плохие вещи и так далее. И люди говорят, что у вас есть то и это, и они смотрели и думали, что вы такой и так далее». Я сказал: «Брат, позволь мне сказать кое-что. Я прощаю тебя. Позволь мне обнять тебя. Все хорошо. Мы должны любить друг друга». Он сказал: «Я теперь вижу это». И брат Коплан, он был очень искренен в этом. Видишь, как враг, даже хотя люди рождены свыше, он использует их плоть, чтобы попытаться сделать что-то. Конечно, да. Понимаешь, что я говорю? Да. И он не прекратит делать это. Вы должны прекратить подчиняться Именно так. Этому. Потому что он не собирается да. прекращать делать это. Он перестанет делать это, когда Иисус сбросит его ничтожество в яму и закроет да. крышкой.
и я буду радоваться. Потому что я хотел бы увидеть, как он страдает настолько, да? насколько это возможно. И ад слишком хорош для него. Но сатана не прекратит это. Я должен прекратить подчиняться ему и остановить его, чтобы он не делал это со мной. И единственное, как я могу это сделать, да. это быть водимым да. Духом Святым и быть водимым Словом Божьим. Делать Слово Божье окончательной властью в моей жизни и идти вопреки моей плоти. Через какое-то время, когда вы практикуете это, ваша это плоть будет натренирована, и вы начнете возрастать. Но это часть возрастания, верно? Когда Джон был маленьким мальчиком, я хотел уделять ему время и делать что-то вместе с ним. И он, как я, все, что стреляет или быстро движется, все это ему нравилось. Да. Ему нравилось охотиться и быстро ездить, и летать, и делать все такое, чего бы это ни стоило. И он был просто маленьким мальчиком. Я купил нам ружья, и мы ходили и стреляли по консервным банкам. Мы ходили вместе, и он мог стрелять так же хорошо, как и я. Я имею в виду с первого дня. Как только я показал ему, как это работает, это давалось ему естественно. И не прошло много времени, как он стал лучшим стрелком, чем я. Но как-то мы шли в один день вместе. Это было на ферме у дедушки Глори. Мы были вместе. И вот сидел большой паук, которого только могли видеть. Он был размером с твою ладонь. Большой, уродливый паук на стене амбара. Боже мой. Джон сказал, посмотри на это. И он собирался выстрелить в этого паука. Я сказал, нет, парень, нет, не делай этого. Он спросил, почему? Почему? Я сказал, потому что ты пробьешь дыру в стене амбара. Паук это одно, но он сидит на стене амбара. А, даже хотя он мог попасть, он не видел ничего, кроме паука. Вот о чем я говорю. Поэтому нельзя поручить 8-летнему ребенку да. Да. работу 20-летнего человека. Это не сработает. И даже хотя у вас есть 50-летний человек, у него по-прежнему разум 8-летнего, да. вы не можете поручать Боже ему мой. Что-то. Потому что он ничего не видит так, как Бог это видит. Боже мой. Поэтому Бог ищет Иисусов Навиных, и Давидов, и Халевов, и тех, кто может видеть глазами веры. Ты упомянул кое-что, брат Копл. Ты говорил, что есть такие люди, есть 55-летний человек, 45-летний и так далее, и ты говорил об этом наследии. Расскажи об этом еще раз. Допустим, нам позвонили и созвали всех наследников. И вот собираются зачитывать завещание и говорить о наследстве, о том, как его разделить. И за столом сидят 4-летний, 12-летний, 20-летний, 40-летний и 55-летний мужчина. Если все поровну, то это начнется с самого зрелого и пойдет по убывающей. Если только самый старший не глупец. Если он глупец, вы не собираетесь отдать ему часть наследства. Верно. Ведь вы знаете, что он с ней сделает. Поэтому будет идти поиск самого зрелого человека в этой группе. Потому что Бог смотрит на сердце. Когда все эти братья выстроились перед ним, он посмотрел на Елиава. Нет, Елиав большой и красивый, но оказалось, что он трус. Так что Бог не мог передать нацию ему. Затем вы идете дальше. И самый младший там был самым зрелым из всех. Давид знал Бога, так что он стал царем. Бог передал свое наследство. Боже мой. Весь свой народ этому молодому человеку. А посмотрите на братьев Иосифа. То же самое. Нужно было дойти до самого младшего, чтобы найти кого-то, кто был достаточно зрелым, через которого Бог мог принести благословение. Это не потому, что Бог ценил его больше, чем он ценил других. Но Бог искал канал для благословения. Что там сказано? Благословение Господне обогащает. Благословение Господне приносит изобилие. И вы не можете отдать богатство и изобилие глупцу. Я верю, что она убьет его. Если вы это сделаете, это уничтожит его. Писание говорит, что деньги разрушают глупца. Да. Церковь говорит, деньги разрушат каждого. Нет, не разрушат. Они разрушат глупца. И при том,
Писание говорит вам о характеристиках глупца. Так что не будьте тем глупцом. Иначе вы получите результаты глупого человека. Например, я встречался однажды с братом Хейгеном. И он сказал, «Знаешь, в Писании сказано, что те, кто являются духовными, должны исправлять тех, у кого есть грех в жизни. Да. Или проблемы, и так далее». Я сказал, «Брат Хейген, почему больше церквей не делает этого?» Он сказал, «Там сказано, что духовные исправляют его». Они не духовные. Я подумал, это то, что происходит. И церковь известна не тем, что исправляет своих раненых. Да. Она известна тем, что убивает их. Боже мой. Они не духовные. Они недостаточно зрелые, чтобы процветать. Боже мой. В такие времена, в которые мы живем, при всех тех финансовых событиях, которые происходят, я в течение многих лет знал, что Бог просто подпирал эту экономику, потому что она не была основана на Его слове и не была основана на Его законах. А они все дальше удалялись от этого. Вместо того, чтобы приближаться к этому, я продолжал просить, «О, Бог, в этой экономике есть дыры, и она дрожит в коленках». И я видел все эти годы, как Он подпирал ее, потому что использовал ее. Я спросил Господь, так и есть. Что здесь происходит? Я стал усерднее молиться о ней в последнее время. Больше, чем когда-либо. И Бог сказал, все эти годы я искал людей, которым я мог бы передать эту экономику. Да. И у меня никого не было. И только в последние 50 лет появились люди, которые могли верить Богу о новой машине. Не говоря уже об управлении нацией. Я не стремлюсь к тому, чтобы ввести нацию в нищету. Так и есть. Если бы они вели ее так, как они вели церковь, они больше верят в нищету, чем верят в изобилие. Но Бог сказал, но у меня есть люди в стране, которые поднимутся. Именно это и происходит. Которые, по крайней мере, усердны в своем сердце. Если я смогу найти человека, который усерден в своем сердце и желает этого, я могу научить его тому, как все делать. Если он хочет и он послушен, я могу дать ему процветание и научить его, что с ним делать. Он вложит это в их руки, и они водимы Духом Божьим. И они будут делать правильные вещи с этим. И не просто потратят это на самих себя и на свою плоть. И я верю, что мы именно там сейчас. Бог ищет людей прямо сейчас. Не только в Соединенных Штатах, но по всему миру. И всегда искал. Так что проблема мира в церкви. Да. Я имею в виду, церковь должна вырасти и занять свое место в этом мире. Чтобы они могли приносить культуру, культуру небес на эту землю. И они должны позволять своему свету сиять так, чтобы люди видели их добрые дела и прославляли Отца. Это всегда являлось планом Божьим во всем этом. Если вы хорошо присмотритесь к привычкам церкви, и затем посмотрите на структуру этого, то увидите, что они устроили корпорацию, не по библейскому образцу, но по мирскому образцу. И вы собираете вместе эту корпорацию, вы упорядочиваете ее, как бизнес, и потом вы приглашаете бизнесменов прийти и управлять церковью. И вы действуете в ней так же, как вы действуете в мирской экономике. И затем вы плачете и рыдаете, и хнычете, пытаясь оставить Бога, благословить ее. Однако, если вы просто обратились к Божьему плану и сделали это Его образом, вы столкнетесь с этим вопросом долго очень быстро. Собираюсь ли я склонить мои колени перед этой вавилонской системой и просить у них достаточно денег, чтобы выполнить Божью работу? Невозможно получить благословение Божие для этого. Знаешь, этот человек сказал о Моисее, и Иофар, как ты знаешь, пришел к Моисею и сказал, «Моисей, если ты продолжишь делать это, ты истощишь сам себя». Другими словами, ты здесь недолго пробудешь. Моисей знал, как действовать согласно системе фараона. И он пытался управлять своей организацией по такой модели. И Иофор... И это убивало его. Это уничтожало его. Неправильная модель. Неправильная модель. И люди пытались импортировать мир в церковь. И это не будет работать. И принести эту модель сюда. И это не работает.
Иисус сказал об этом так. Он взял ту монету и спросил, «Чье изображение на ней?» Они сказали, «Кесаря». Тогда он сказал, «Это принадлежит Кесарю». Но отдавайте Богу то, что Божье. Он сказал, что золото и серебро его. Наше время подошло к концу. Что ж, как справляться с этим? Откройте 16 главу Иоанна, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам. Он от моего возьмет и возвестит вам. Вы подчиняетесь Богу, и затем у вас есть твердость веры, чтобы применять это в вашей жизни, и не желать возвращаться назад к этой старой вавилонской системе, но ходить верой». Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшнюю передачу. Спасибо, что Ты послал к нам брата Уинстона. Господь, вся эта неделя была настолько богата и чудесна. Но мы принимаем это, чтобы поступать в соответствии с этим, а не только радоваться, когда мы вкушаем это. И сегодня мы открываем наше сердце и наш разум для откровения с небес. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем послание к Ефесянам. Брат Билл, мы говорили вчера о том, что значит быть сонаследником. Да. Мы говорили о том, что наследник вырастает. Не просто потому, что ему исполняется 21 год. Нет, этого недостаточно. Да. Он взрослый не потому, что стал старше. Я знаю некоторых духовных младенцев, которые были христианами 50 лет. И вы приносите им слишком горячее молоко, и они плачут. Понимаете? И они также мешают. Да. А мои внуки в 15 лет знают больше о жизни и хождении веры, чем знал я, когда я начал служение. И это было не просто потому, что они копировали нас. Я имею в виду, они верили Богу. Почему? Потому что мы воспитали их в этом. Это был их образ жизни. И это по-прежнему так. Знаешь, брат Копланд, это интересно, потому что я делал то же самое с моим сыном, потому что я пришел ко всему этому и воспитал его в этом. И в 16 лет он верил Богу о новой машине. Да. Верил Богу, и деньги пришли наличными. Это его путь того, как получить это. Ему не нужно было думать, «О, интересно, если я помолился, если...» Нет, когда пришло время для машины, он знал, что совершенно ты скажешь. Верно. «Посей семя и верь Богу». И это уже было в нем, то, так что это сделал. Просто то, что он сделал. И когда это возрастает, если мы возрастаем и становимся зрелыми физически, есть определенные вещи, которые вы должны делать. Вам придется. Чем лучше качество вашего питания, тем лучше ваше здоровье и ваш физический рост. Да. Когда ребенок растет, то есть определенные упражнения, которые он должен делать и так далее. Но этот рост достаточно хорошо предопределен в человеческом организме, в скорости его роста и так далее. Да, верно. Верно. Ну а теперь то, что касается духовной сферы, нашего духа. Нет. Вы вам можете расти так быстро, как быстро вы поступаете по Слову Божьему. Это будет продолжать расти, и вы можете расти всю остальную вашу жизнь. Каков стандарт для роста в духе? И для зрелости. Давайте посмотрим в 4 главу послания к Ефесянам. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, к взрослению святых, если можно так сказать, к росту святых». Для чего? На дело служения, для созидания тела Христова. Я верю, что речь здесь идет о семейном деле. Речь не о том, чтобы вы пошли и нашли работу. Речь о том, что вы выполняете поручение Святого Духа. Пойти и сделать то, что Он говорит вам делать. Ваша жизнь уже обеспечена, потому что вы сонаследник во всем. Боже мой. Это совершенно другое понятие, чем идти туда и ходить на работу в каком-то бизнесе или еще что-то. Да. Чтобы не получить какие-то деньги, а затем просить Бога благословить то немногое, что я получил. Да. Если Он послал вас в этот бизнес... Вы исполняете свое предназначение. Вы можете оказаться владельцем этого бизнеса, в конце концов. Возможно, он учит вас и готовит вас, чтобы он мог послать вас туда и дать вам целую сеть этих предприятий. Да. И давайте проследим за этим. Вот стандарт. «Доколе все придем». Не сказано, что пока проповедники не придут. Нет. Он взращивает здесь святых. «Доколе все придем в единство веры».
или пока у всех нас не будет одинаковая вера и одинаковая цель. Сонаследники со Христом, как мы читали вчера. И познание Сына Божьего в мужа совершенного, зрелого, полностью взрослого. В каком возрасте? В меру, по стандарту, в меру полного возраста Христова. Состояние полноты помазания Иисуса. Тело Христа должно делать те вещи, которые делал Иисус. И больше этого. Где же вы собираетесь делать их? Да. Везде, куда вы предназначены идти. И я гарантирую вам, Бог позаботится о вас финансово. Позволь мне спросить у тебя, ты заслужил свое спасение? Нет. Как ты получил его? По благодати, слава Богу. Хорошо. Заслужил ли ты свое исцеление? Нет. Заслужил ли ты Духа Святого? Нет. Почему же ты думаешь, что ты должен заслужить свои деньги? Бог способен обогатить вас всякой благодатью, что вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Что такое доброе дело? Все, что Бог сказал вам пойти и сделать. Видишь, это поручение. То есть ты говоришь мне, что некоторые люди занимают положение не от Бога. Некоторые люди здесь занимаются чем-то, потому что они пытаются заработать немного денег, вместо того, чтобы быть там, где Бог хочет расположить их, чтобы деньги пришли. Некоторые из них расположены мамой. Именно. Некоторые из них расположены школой. Когда вы идете в школу, вам говорят: «Сынок, послушай, ты можешь быть тем, кем ты захочешь быть». Нет, вы не можете. Вы должны быть тем, кем Бог призвал вас быть. Дары и призвание Божье непреложны. Бог никогда не меняет свои мысли. И все они хорошие. Все они больше всего, что у вас было раньше, верно? У нас здесь есть поручение. У нас есть поручение. Это дело отца. Если бы наш отец был важным человеком, у него был всемирный бизнес, и он позвал бы нас с тобой и сказал: у нас возникла проблема в Южной Америке с трубопроводом, и нам нужно знать, в чем там проблема. Билл, у тебя есть опыт в этой области. Я хочу, чтобы ты поехал туда. И я хочу нанять тебя там. Как того, кто укладывает трубопровод. Поезжай туда и хорошо присматривай за тамошними людьми, которые работают на этом участке. Проверяй все и следи за тем, как все там работает. И все, что тебе понадобится. Звони мне каждый вечер, и я доставлю тебе все на следующий день. Позволь мне спросить тебя кое о чем. Что мы будем думать, если каждому из нас принадлежит треть этой компании? Весь тот трубопровод принадлежит тебе. Я не могу ехать туда и работать на том трубопроводе. Там, в джунглях. Я буду там, а мои дети останутся здесь голодными. Им нечего будет есть. Зарплата там всего доллар с четвертью в час. Что же я буду там делать? Я лучше пойду работать в Макдональдс. Если бы они такое устроили, я бы выгнал их из комнаты. Такому глупцу не место за столом со взрослыми людьми. Он совсем не понимает тот факт, что ему принадлежит все, и что его отец сказал: если тебе что-то понадобится, звони мне. Бог призывает нас к миссионерской деятельности. Он призвал всех нас. Да. Он не призвал вас, чтобы вы ехали и жили где-то как кролик в норе. Он сказал: все, что вам понадобится. Все, о чем вы попросите Отца во имя Мое, Он даст это вам. Он посылал вас туда, чтобы исправить это, а не чтобы вы приехали туда и адаптировались там, и просто превратились в часть проблемы. Боже мой. И, брат Копланд, в такой среде вы будете как Даниил, в 20 стихе 1 главы. Вы будете в 10 раз лучше. Почему? Благодаря помазанию. Абсолютно верно. Благословение, которое на вашей жизни. Даниил контролировал всю ту страну. Он контролировал во время правления больше, чем одного царя. Но его молитва, его вера Богу, контролировал все это потому, что Даниил был умнее. Во всем. Он был более здоров. Во всем. И они издали закон, но не смогли убить Даниила. Это верно. Они не смогли убить его за нарушение закона. Боже мой. Как вам делать это? Это что-то странное? Нет, все прямо здесь, Билл. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения.
Но что я должен делать, брат Билл? Говоря истину в любви, возрастать во всем в нем, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое. Это картина того, кто мы такие. Аминь. Это, брат Копланд, все это дело с поручениями, опять же, приходит от мышления Царства Божьего. Так что, когда вы входите в это новое владычество, вы увидите, что вы часть семьи здесь, и что это дело Отца. И вы говорите, ты делай это, а ты делай это, и вот тут у вас есть права, а вы управляете этим вот здесь, и так далее, и так далее. И когда мы делаем это, мы теперь проявляем Его славу на этой земле. Мы приносим что-то, что Он запланировал сделать, что Он не может сделать, если мы не идем туда и не принимаем участие в том, что Он нас призвал делать. Кто-то здесь пытается сделать что-то, к чему у них нет дара, и потом пытается заставить Бога благословить это, в то время как если вы в божественном предназначении, тогда, прежде всего, вы защищены. Или вы тратите все свое время на что-то, что Боже не имеет мой. Никакой значимости, будучи носимыми ветрами учений, да. И будучи увлекаемы различными идеями, вместо того, чтобы сосредоточиться и говорить истину в любви, и возрастать в этом, вы играете там в какие-то игры с учениями. Понимаете? Опять же, то, что я сделал, мне пришлось изменить мое мышление и сказать, «Хорошо». Теперь давай посмотрим, что здесь произошло. И я начал возвращаться к этому предназначению. Я увидел, как Петр ловил рыбу. И после того, как он вытащил этот топящий лодки и рвущий сети улов рыбы, он упал на колени перед Иисусом, говоря, «Выйди от меня, ибо я грешный человек». Иисус сказал, «Подожди минутку. Ты пытался поймать тут рыбу, пытался заработать на жизнь. Но если ты последуешь за мной, я сделаю тебя ловцом человеков». Другими словами, я хочу, чтобы ты пришел в мое предназначение для твоей жизни, потому что ты сражаешься здесь, потому что ты пытаешься сделать что-то. Возможно, это немного отличается от того, что я призвал тебя делать. Это призвание от начала мира. Это не что-то такое. И я просто говорю о том, как Бог располагает людей. Он поместил Эсфирь в том дворце. Он поместил, верно? Он расположил ее. Она была в правильном месте. Поймите, необходима вера, куда бы вы ни шли. Билл, позволь мне спросить у тебя кое-что. Ты говоришь, что каждый человек, который когда-либо рождался и был запланирован для жизни на этой земле, имеет божественное положение? Боже мой, брат Копланд, ты прав. У них есть предназначение от славы. Я верю в это всем моим сердцем. Да, конечно. Да, конечно. В первой главе послания к Ефесянам сказано об этом. Первая глава послания к Ефесянам. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». И у Него есть предназначение для Господь, вас. Господь, помоги нам всем. А мы жили как барахольщики. Да. В то время, как должны были... И сражались из-за чего-то в то время, когда все мы одарены. Внутри каждого живет гений для того, что Бог призвал ей делать. Внутри каждого из нас. Это внутри. И это часть жизни верующего. Это серия открытий. Я открываю, кто я такой. Я могу видеть прямо на основании того, о чем ты говоришь, что мы носимы не каждым учением. Он сказал... Ветром учения. Неправильным пониманием. Я просто говорю, что кто бы это ни был, у Бога есть план для нашей жизни. Конечно же, человек не может войти в этот план, не придя прежде к тому, кто составил план. Поэтому люди просто заняты деланием чего-то. Всевозможных вещей, пытаясь заработать на жизнь. Ну, слава Богу, я тут пытаюсь заработать на жизнь.
Ну, это ваша вина. Вам нужно прийти домой. Вам нужно прийти домой и смотреть, как Отец божественно располагает вас. Это то, где вступает в действие 10 глава притчи. Верно. Благословение Господне, оно обогащает. Оно обогащает. Да. Оно обогащает. Я заключаю сделки, я сделал сам себя. Это причина, почему вы живете в таком беспорядке. Оно обогащает и печали с собой не приносит. Не приносит. Заметьте, есть место Писания, брат Копланд, и я хочу, чтобы ты увидел это. Посмотрите 9 главу книги Притч. В этом конкретном месте Писания, в первом стихе, Бог говорит, «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Враг не может создать, изобрести что-то. Он тот, кто подделывает. Он вытесал 7 столбов, он взял эти 7 столбов, 7 гор, контролирующие сферы на земле. Сфера образования, сфера семьи, сфера искусств и развлечений, сфера бизнеса. Он взял все эти горы и поставил управляющих на их вершины. И всякий, кто контролирует горы, управляет урожаем. Так что он берет то, что Бог изобрел, и он пытается попасть на вершину горы и контролировать ее для своей выгоды. Да. Это то, что он постоянно пытался делать, верно? Поэтому церковь должна подготовить людей, этих апостолов, пророков, пасторов, евангелистов, учителей, и затем послать их для дела служения. Зачем? Потому что у них есть дары в этой сфере. Что он теперь будет делать там? Если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Я возвышу тебя, потому что возвышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. Посмотрите 74-й псалом. Я возвышу тебя, и я подниму тебя в сферу управления этой горой. Там, где была семья, пришло извращение семьи из-за того, кто управлял горой. И кого-то, кто пытался сделать семью из Адама и Степана вместо Евы, теперь внезапно приходит новое управление этой горой. Потому что эта гора интегрируется с информационной горой. И потом это выходит на телевидение. Именно так это должно быть. И потом они идут к законодательной горе и заставляют их принять закон, который говорит, что это нормально, только потому, что он контролировал эти горы. Но если мы возьмем контроль над этими горами, тогда мы установим Божий стандарт. Они? Когда я говорю «они», я говорю о дьяволе, и его начальствах, конечно. И властях, и мироправителях тьмы века сего. Я не говорю о людях. Да. Люди не являются, они не являются нашим врагом. Но причина, почему он желает владеть этой горой, отличается от причины, по которой Бог хочет владеть этой горой. Точно. Бог хочет владеть горой, потому что он против смерти. А грех убьет вас. Совершенно верно. И когда вы что-либо нарушаете, что такое грех? Грех — смерть. Это всякий раз, когда вы нарушаете законы и принципы Божьи. Смерть. И это производит смерть. Поэтому вся Божья идея в том, чтобы было изобилие в жизни и радости, и в счастье. Вы говорите, ну я знаю многих религиозных людей, и у них этого нет. Точно. Верно. Это потому, что они не ходят в этом, они ходят в той и другой точно. Горе религии. И она не производит ничего Божьего. Все, в чем состоит Божья цель, в том, чтобы вернуть благословение человечеству и вернуть его в Эдемский сад, где он начал его в самом начале. Вот почему Бог говорит в Откровении 11 главе 15 стихе, «Царство Господа нашего, царство мира, соделалось царством Господа нашего и Христа его». И это гора. И это гора. И мы здесь не для того, чтобы становиться на чью-то сторону, но мы здесь для того, чтобы захватывать, овладевать. И это не будет чем-то насильственным, воинственным. Это будет мудрость Божья. Это будет не при помощи которая меча. Лучше любого военного оружия. Говоря понимаете? Истину в любви. Мудрость — лучшее орудие войны. Могли возрастать в него. Абсолютно. Абсолютно. И люди увидят образ жизни верующего и скажут, «Я хочу этого». Знаешь, Билл, в центре всего этого находится элемент страха. Верующие, христиане, в ком по-прежнему есть страх. Если вы нарушаете закон любви, тогда там присутствует страх.
потому что совершенная любовь изгоняет страх, а боящийся несовершен в любви, не развит. Это буквальное значение. Зачем рожденному свыше христианину лгать? Потому что он боится, что если он скажет истину, он окажется в беде. Да. Поэтому он не говорит истину в любви. Он боится, что это будет ему чего-то стоить. А почему? Потому что он незрел. Совершенно верно. Он ребенок. Вы не можете передать использование принципов царства такого. Вы не можете. Но посмотрите на троих евреев. Это правда, что они пошли в Вавилонское собрание. Они также, возможно, принимали участие в некоторых их действиях. Но наступил момент, когда царь издал указ, чтобы они поклонились истукану. Когда услышат звуки музыки, они сказали: «Мы не можем сделать этого». Он сказал: «Минутку, у вас, ребята, все хорошо получалось до этого момента. Что вы имеете в виду, говоря, что не можете это сделать? Нет, мы не должны служить другим богам. Вы не должны поклоняться никакому другому богу. Тогда позвольте мне сказать вам, у меня есть печь здесь. И если вы не поклонитесь, мы бросим вас туда». И они сказали: «Царь, мы слышим тебя, и мы уважаем твою власть здесь, на земле. Но Бог, которому мы служим, Он избавит нас». И царь был взбешен. И он приказал раскалить печь в 7 раз сильнее обычного. В 7 раз сильнее. Брат Коплан, насколько горячим должен быть огонь, чтобы обжечь вас? Просто достаточно, чтобы был огонь. Да. Но что это должно было сделать? Время запугивания, чтобы заставить вас отступить, понимаете? Я ударю вас этим, и мы включим это, и так далее. И довольно скоро вы говорите: «Ну, возможно, возможно, вы правы». Мы читали это на прошлой неделе в 5-10 стихах 24 главы книги Притч. Там сказано: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Видите? И что произошло? Они не отступили. Их бросили в огонь, но огонь не смог сжечь их. Почему? Потому что они были поставлены Богом. Это всегда будет защищать вас. И для них это было важнее, чем жизнь. Именно. Да, я вижу это. Понимаете? Я видел это. Да. За годы я видел это снова, снова и снова. Если бы они склонились, Бог бы просто простил их, но они бы сгорели. Если вы склоняетесь, вы сгораете. Вы потеряете все то, что вы пытаетесь сохранить, идя на компромисс. Да. Бог простит вас за это. Но даже допустим, что Он простил вас, и царь сказал: «Хорошо, вам не нужно идти в эту огненную печь, вы поклонились, и все в порядке». Вам придется встретиться с огнем снова в один из этих дней. Боже мой. Вы никогда не подниметесь выше этого уровня, пока вы, наконец, не решите пройти через этот огонь. Если вы никогда не принимаете решение сделать это, вы не продвинетесь дальше этого. Понимаете, чтобы подняться на эту гору, это битва. И битва необходима для того, чтобы вы попали туда. Туда, куда вы идете. Но вы побеждаете каждый раз, если не идете на компромисс, если вы стоите на этом Слове Божьем. Слава Богу. Вы поняли это? Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Боже мой, мы чудесно провели время, правда, Билл? Слава Богу. Слава Богу, я был в таком восторге от вчерашней передачи, говоря о поручении, что у нас есть поручение от Бога. Мы здесь не для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Бог не поставил меня на этой земле, чтобы в поте лица зарабатывать на жизнь. Боже мой. Он поставил меня здесь, дав поручение. И Он позаботится о моей жизни. Я получил понимание этого. Я был студентом в университете Орла Робертса. Мы с Глорией были в долгах, были нищими. И когда на вашей жизни есть призвание Божье, а вы пытаетесь восполнить свои нужды так, словно вы сами себе Бог, вы пытаетесь сделать то и пытаетесь сделать это,
Потому так многое из этого получается плохо, потому что у вас нет никакого помазания, чтобы это делать. И я был не на своем месте. Я был как Иона. Все было в беспорядке. Все, что я делал, было в беспорядке. И у меня из-за этого развился комплекс неудачника. У меня не просто был комплекс неудачника, я был неудачником. Как один человек сказал, у вас нет комплекса неполноценности. Вы неполноценны. Вот кем я был. Неудачником. И это просто продолжало повторяться, потому что я был в неправильном месте. Я не был там, где Бог предназначил мне быть. Но когда я попал туда, туда, где я должен был быть, все сразу начало изменяться. Господь начал питать меня откровением, и я начал понимать, что Христос сделался проклятием вместо нас, за нас, чтобы благословение Авраама могло прийти на язычников. Я был язычником, вот я. И я начал просматривать все, что принадлежало Аврааму. Благословение Авраама было на мне через Христа Иисуса. И Билл, я очень быстро увидел, что я богатый человек. И что дело лишь только во времени, чтобы это проявилось в моей жизни. То, что мне нужно было сделать, это заняться здесь делом, Боже мой, которое я был призван делать. Я не пытаюсь собрать благословение, это не моя работа. Моя работа — это мое предназначение, к которому Бог призвал меня. И быть там, где Он предназначил мне быть. Господу понадобилось некоторое время, чтобы вывести меня из той далекой земли, где я находился, и устроить меня на том месте, где я уже двигался в Его воле. Но пока я ходил верой, Он смотрел и воспринимал меня так, словно я уже там. И поэтому Бог мог работать со мной. И, наконец, я узнал, что я должен был делать. Я должен был начать говорить, «Да будет воля Твоя! Объясни ее мне ясно, и я пойду туда». Если я это испорчу, это не потому, что я бунтую, это потому, что я не знаю, как лучше. И мне нужно знать. Я проводил время в Слове Божьем и молитве. И так далее. И следовал водительству Святого Духа. Верно, точно. Он общался со мной как с Сыном Божьим, словно я уже был в совершенном потоке. И не пройдет много времени, когда так и будет. И то, чему я научился за годы... Давайте откроем второе послание Коринфянам. Это место Писания, о котором ты говорил незадолго до того, как мы начали передачу. Итак, кто во Христе? Боже мой. Тот новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. Все же от Бога, который уже сделал это. Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Да. Вот наше поручение, вот оно. Да. Потому что Бог во Христе, когда Он пошел на крест, и когда Он воскрес из мертвых, примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Вот поручение тела Христова. Говорить миру, что Иисус остановил войну между Богом и грешником. Бог не против вас, Он за вас. Он не держит ваши прегрешения против вас. И если вы придете к Господу Иисусу Христу, Он сотрет это и сделает так, чтобы вы родились заново. И вот вы становитесь новым творением. Вы должны держаться за это слово. Послушайте внимательно. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. У нас есть поручение говорить людям, что Бог говорит им, «Я не против вас. Не ваш грех удерживает вас от моего благословения, но ваш отказ прийти в него. Вот что удерживает вас». А это наша работа, это наше поручение. Говорить людям. Билл, есть кое-что, Боже мой, во что мы должны углубиться. И это жизненно важно для тебя и меня.
И вот здесь, в 8 главе послания к римлянам, помните? Во 2 послании к Коринфянам. Кто во Христе? Это любое человеческое существо, любой человек, который во Христе. Иисус ваш Господь и Спаситель, вы приняли Его, вы пригласили Его в ваше сердце, как вашего Господа и вашего Спасителя. Когда вы сделали это, вы родились свыше, заново. Это не просто какой-то религиозный ярлык. Это было действием Святого Духа. Это было конкретное действие. Ваш дух был воскрешен из мертвых точно так же и точно той же силой, как в момент, когда Бог воскресил тело Иисуса из мертвых. Точно так же. Давайте откроем то, что мы читали в послании к римлянам. Послание к римлянам 8:19. «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, новых творений. И вот есть старое творение, которое очень сильно жаждет услышать от нового творения. От кого-то, у кого есть поручение откуда-то еще, кроме того хлева, в котором я живу». Посмотрите на это. Дальше написано в послании к римлянам. «Потому что творение покорилось суете или смерти, не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде. Весь мир покорился смерти». Не только люди, но вся земля была проклята. Не только люди на земле, но все. Да. Вот каким образом пришли все болезни, немощи и бедствия, и плохая погода. Погода не была плохой, пока грех не пришел на землю. Боже мой! И само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы новых творений, детей Божьих. Мы должны жить в славной свободе, прямо здесь, посреди того, от чего страдает земля. И вот момент, к которому я хотел прийти. «Ибо знаем, что вся тварь, или творение, совокупно стенает и мучится». И это не из-за парникового эффекта, это не из-за глобального потепления. Да. Это глобальная смерть. Боже мой. Это глобальное проклятие. Все стенает и пытается взорваться. Потому что Бог не создавал эту вселенную для того, чтобы она была наполнена грехом и смертью, и умирающими людьми, болью и немощами. Это происходит вопреки творению. Все пытается развалиться на части. Но когда мы с тобой родились свыше, мы стали новым творением, чтобы пойти и помочь старому творению избавиться от этой боли. Билл, помнишь, на прошлой неделе ты говорил, да, это было на прошлой неделе, ты упоминал о том человеке в Чикаго, в центре Чикаго. И человек был не в своем уме, он страдал, он создавал проблемы. Да. И чем больше он создавал проблем, тем больше люди, тем хуже становилось. А ты шел по другой стороне улицы, и Дух Божий сказал тебе подойти к нему и решить эту ситуацию. Да, ты был Вадим Духом Божьим. Ты подчинился Духу. Да. У тебя было поручение. Тот человек нуждался. Он находился под проклятием. Он мучился, и он страдал от того, что, как ему казалось, кто-то украл его сигареты. Весь его мир был в одной пачке сигарет. Всего одна пачка сигарет отделяла его от безумия. Он нуждался в ком-то с поручением. Ему был нужен кто-то, у кого было поручение. Да, он нуждался, верно. Ему не нужен был кто-то, кто был занят работой. Ему нужен был кто-то, у кого есть поручение от Бога. Ему не нужна была никакая религия. Ему не нужна была никакая доктрина. Да. Ему нужно было, чтобы кто-то освободил его. И ты был там. Бог направил твои стопы в тот день. Божественно. Приготовил тебя. И сказал, иди туда и сделай это. Однажды со мной произошла ситуация, которая была очень благословлена.
Это не было что-то, во что я верил. Это не было что-то, о чем я просил. Я просто был ошеломлен благословением. Это было просто очень хорошо. Я спросил: «Господь, что это?» И он сказал: «Разве ты не читал в моем слове, в 28 главе Второзакония, что если ты будешь ходить в моих заповедях, то эти благословения придут на тебя и настигнут тебя, и накроют тебя с головой?» Я сказал: «Да, да, я читал об этом». Он сказал: «Тебя просто накрыло с головой». Что происходило? Да. Я выполнял поручение Божье. И Бог просто решил, что Он благословит меня. И я не пытался получить восполнение моих нужд. Я просто пытался делать то, что Бог сказал мне делать. Если бы все люди в церкви стали делать это. Вот что стоит за стенанием, когда люди желают откровения сынов Божьих. Не просто по одному из них, тут и там, но все. Не просто только отдельно вот это собрание, но все верующие в городе. Это то, что сказано в 28 главе Второзакония. Он сказал, что если ты будешь тщательно слушать голос Господа, Бога твоего, и исполнять Его заповеди, то все эти благословения придут на тебя. И накроют тебя. И исполнятся на тебе. Я говорю о нашем божественном расположении. Да. Это ваша жизнь. Это ваша жизнь. И вам не нужно на нее зарабатывать. Верно. Ваше внимание сосредоточено на Его повелениях, на Божьих поручениях. Именно. Что я призван делать? Выполняйте это в вере, ходите в любви, возрастайте в Нем, вместо того, чтобы поступать все время как младенцы. Я осознал годы тому назад, когда Бог начал говорить мне о возрастании, о зрелости. И я думал, что я был достаточно взрослым. И я узнал, что я и на 10% не являлся взрослым. И чем больше я углублялся в это, тем больше я начинал задумываться. Я вообще когда-нибудь вырасту? И большинство христиан думают, что они довольно зрелые. Боже мой. Но они не таковы. И наш труд, согласно Евреям 4:11, так постараемся или будем трудиться над тем, чтобы войти в покой оные, чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность. Этот труд, это старание, о котором он говорит нам, оно в действительности в Слове Божьем. Это в Слове Божьем. Да. Это наш труд. Кто-то скажет: «Ты имеешь в виду, что мне не нужно ходить на работу?» Да, вы работаете, но вы работаете не для того, чтобы прожить. Вы здесь не для того. Вы здесь с поручением. Понимаешь? Всякий, кто так говорит, по-прежнему зациклен на работе. Дело не в работе. Когда у вас есть поручение, и вы осознаете это, вы приходите к тому, что вы начинаете думать как Бог. Вы это будете верно. Работать больше, это а не правда. Недорабатывать. Кому-то верно. Придется прийти к вам и сказать: «Иди домой». Почему тебе не сходить поесть или что-то еще? Это правда. Потому что вам там место. Да, конечно. И вы наслаждаетесь этим. Это удовольствие служить людям таким образом. То, что ты говоришь здесь... Давай снова откроем 4 главу Евангелия от Марка. И давай возьмем это, потому что это было нашим важным местом Писания, к которому я постоянно возвращался. Это главное из притч. Да? Вот почему. Вам нужно возвращаться к этому время от времени. Он говорит о сеятеле здесь. И затем он продолжает и говорит в 35 стихе. «Вечером того же дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань», и ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Мы здесь сказали, что битвы необходимы, чтобы вы добрались туда, куда движетесь. Потому что в том поручении, которое у вас есть, он сказал: «Переправимся на ту сторону». Это было поручение, которое отец дал сыну. Переправиться на ту сторону. Ты должен попасть совершенно на другую верно. Сторону. И вот, приходит буря. Потому что буря оказывает сопротивление движению туда,
куда Бог назначил вам двигаться, или исполнению вещей, которые Бог предназначил вам исполнять, потому что враг знает, что внутри этого есть слава, внутри этого есть проявление, которое произойдет. И когда он переправляется на другую сторону, он использует свою веру. Он поднимается, запрещает ветру и говорит морю: «Умолкни, перестань, и сделалась великая тишина», и сказал им: «Как у вас нет веры?» Это сопротивление. Враг противился людям. Я верю в церкви. Там должны были родиться служения. Бизнесы должны были подняться. 50 миллиардов долларов, 50 миллионов долларов на данный момент. Школы должны были быть построены. Должны были быть всевозможные вещи. Он противился. Павел говорил: «Я бы пришел раньше, но воспрепятствовал мне сатана». Есть сопротивление, которое иногда приходит от дьявола. Поэтому мы должны применять веру, потому что в этом мы должны подняться выше чувств. Потому что до тех пор, пока вы в этой зоне внизу, враг, бог этой мирской системы, он бог этого ощутимого мира. Он заманил вас в ловушку. Так что вы должны подняться над этим и получить что-то, что вы не можете ощутить. Вы должны принять это верой. Бог теперь ведет нас в невозможные для плоти ситуации. Так что я переправляюсь на другую сторону, даже если мне придется идти. Совершенно верно. Я вижу это. Ты видишь это? Я понимаю. И как только они попали на другую сторону, там находился человек в муках. Да. Боже мой. Ему нужен кто-то с поручением. Ему нужен кто-то с поручением. Кто-то должен сражаться, чтобы добраться до меня. И я даже не знаю, что я делаю. Я умираю тут. Я кричу, я страдаю. Я раню сам себя, я потерял свой разум. Эй, где кто-нибудь? Кто-нибудь? Я пошел в центр города, чтобы пообедать со знакомым человеком. Но по пути там был человек. И Бог знал. Он знал, что это произойдет. Говорю вам, и время, когда я пришел на то место, в то время, брат Копланд, это то, что я говорю. И в следующий момент он обращается ко мне и говорит: «Подойди туда, к нему». Я даже не знал, зачем я к нему подхожу. «Пойди туда, к нему». Сначала я просто продолжал идти, потому что, опять же, я говорил: «Я не собираюсь вмешиваться в это. Я здесь, он там, мы в порядке». Но этот человек в мучении. И вся земля мучается, и стенает, и надеется, что кто-то, кто является откровением сынов Божьих, придет и освободит это. И вот я, и наконец, я сказал: «Я пойду туда». И я посмотрел и перешел улицу. Это был полдень. И все те люди были вокруг. И я подошел к нему сзади, и он занял оборонительную позицию. Но по мере моего приближения он сжался. Я говорю, что враг может чувствовать людей с мышлением Царства Божьего. Он может ощущать это, и он начнет уступать вам место, потому что он знает, что вы посажены намного выше него. Поэтому все, что тебе нужно было сделать, это быть там. Слава Богу! И я защищен, потому что я поставлен Богом. Иисус сказал: «Отец во мне, Он творит он дела». Он творит дела. Все, что тебе нужно было сделать, это пойти туда. Пойди туда. Потому что у тебя есть поручение. Но Он сотворит дела. И там много людей стояло вокруг и смотрело. Да, да. Что этот человек будет делать? Кто же сей человек? Мы были в Омахе, штат Небраска, годы тому назад. Джерри Севелл был вместе со мной. И он был в центре города. Я вспомнил об этом, когда ты говорил, что ты тоже был в центре Чикаго. И у одного парня случился сильный припадок прямо посреди улицы. Он переходил улицу и просто упал посреди улицы. Ужасное зрелище. И люди отступили от него и разошлись в стороны. И Господь сказал Джерри Севеллу пойти туда. И Джерри пошел. Тот парень лежал на спине, в припадке. И Джерри поймал его за волосы и изгнал это из него прямо посреди улицы, в центре Омахи. Это произошло прямо там. Боже мой. И тот человек пришел немного в себя, и Джерри сказал: «Иисус!» Тот парень сказал: «Иисус! Иисус! Иисус!» К тому времени туда приехала скорая помощь. Понимаю. Они взяли, посадили его в скорую помощь. И, конечно же, когда Джерри начал делать то, что он делал, люди просто разошлись и освободили место для него.
А тот парень, они закрыли заднюю дверь скорой помощи, и парень почти прижался лицом к стеклу, говоря: «Иисус, Иисус». Говорю тебе, Иисус. Вот насколько сильна церковь. Брат Копланд, еще одно место Писания. Первая глава книги Иисуса Навина. Потому что все дело в этом. Дело в том, чтобы мы занимались своими поручениями. Мы перебирались на другую сторону и завладевали тем, к чему Бог призвал нас. Потому что Бог отдал нам все это имущество. Так что мы ответственны. Подожди минутку. Это то, что ты читал на вчерашней передаче. Да. Мы сонаследники. Сонаследники. И в первой главе послания к евреям Он наследник всего. Всего. Понимаешь? И он говорит в третьем стихе: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Всякое место. Всякое место. Поэтому то, куда мы шагаем, мы подчиняем это власти Царства Божьего. Боже мой! Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд, давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Мы радуемся в Царстве Божьем. И Царство Божье радуется в нас. Мы благодарим Тебя за эту передачу сегодня. Мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе поприветствуем нашего гостя Билла Уинстона. Слава Богу. Слава Господу. Билл, это было так здорово. Так сильно. Сильно. Давай сильно. Снова вернемся к этому. Вчера мы говорили, и давай прочитаем здесь место Писания, которое говорит об этом. Второе послание Коринфянам 5:17. «Итак, кто во Христе, то есть кто угодно, любой человек, тот новое творение». В расширенном переводе Библии сказано, что он новое творение, существо, которого никогда не существовало раньше. Это не просто старый грешник, прощенный по благодати. Это новое творение. Это ключ, брат Копланд. Да. Древнее прошло. Давай возьмем кое-что здесь. В этом стихе, в 8 главе послания к римлянам. Очень быстро. Да. Потому что я хочу переходить здесь от одного к другому. «И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Это римлянам 8:21. И вот 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь или творение...» Речь здесь идет обо всем, что было сотворено, все творение. Это включает всю расу людей, всех жуков, все деревья, всю землю, всех животных. Это включает все на этой планете, потому что сама планета была сотворена. Итак, да. «Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Ради чего? Чего она ожидает? Он сказал об этом раньше. Ради откровения сынов Божьих. Да. Ради откровения рожденных свыше существ во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Которые водимы Богом. Это так. Они новые. Да. А все творение стенает под давлением смерти, проклятия, греха. Эта планета пытается разваливаться на части. Если бы не сила Божья, она бы развалилась. И это не из-за того, что люди делают с ней. То, что люди с ней делают, является частью этого. Это больше, чем просто тот газ, который вы сжигаете. Да. И тому подобные вещи. Это больше, чем глобальное потепление. Это глобальный грех, раздирающий все на части. Эти стоны и вопли кому-то, кто может что-то сделать. И новые творения, которые не подчинены этому, у них есть ответ на это. У них есть поручение от Бога делать с этим что-то. Теперь вы подходите к этому во втором послании к Коринфянам. В 20 стихе мы можем читать. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас,
От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот вы. Вот вы. Здесь, когда он начал говорить о посланниках, я думаю здесь, лично я думаю о царстве. Потому что... Это то, кем является посол, верно? Совершенно верно. Вы в другой стране и представляете там это правительство. Это царство. Я вижу. Представляете, все это правительство. Знаешь, я смотрел на церковь. Греческое слово «экклесия», оно относится к тем, кто был избран. И идея, как кто-то сказал, это как сенат. Это как представители, пришедшие из различных мест и так далее. И я думал о кесаре. Потому что здесь кесарь призывал сенаторов, он собирал сенат, но они шли в различные места. И я рассматривал Ирода. Однажды Ирода называли тетрархом. Слово «тетра» значит «четыре». Так что он был одним из четырех правителей. А в другом месте Ирода называли царем. Но никто не превосходил кесаря, который был императором. И я говорю, что Иисус, будучи Господом, отправил посланников представлять Его царство в разные места. И Он, когда они пошли туда, Он дал им дипломатическую неприкосновенность. Это означает Евангелие от Луки 10:19, что Бог сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Это сказано в 90-м псалме. «Падут подле тебя тысяча». Да. Понимаете, что я говорю? Да. Я говорю, что когда создается посольство, внутри этого посольства действуют законы страны, из которой они приехали. Внутри посольства нет законов чужой страны. Когда посольство создается в чужой стране, законы внутри посольства те же самые, что и в стране, из которой вы приехали. И оно будет выглядеть так же, как выглядит да. дом. Вы не будете приезжать Совершенно туда верно. И пытаться копировать окружающую страну. Да. Потому что это не то, что приходит да. из вашего места. У вас будет свой Точно. Тип мебели, вы будете красить своей краской да. это здание, вы пришлете своих да. работников, чтобы сделать и все так, чтобы дефицит. Это выглядело как дома. Понимаете? Да. Но я говорю о том, что наше снабжение, да, обеспечение приходит из дома. Понимаете? Вы не зависите от той страны в восполнении ваших нужд. Это не работает. Мой Бог восполнит все мои нужды. Павел пишет все это здесь, в перспективе. И именно поэтому он говорит в 1 Коринфянам 9 главе. Давайте откроем это снова. 1 Коринфянам 9 глава. И я говорю о том, что если люди перейдут к этому новому типу мышления, владычества, вместо религии... Ты говоришь об обновлении ума. Вашего разума. Я Посмотрите, понимаю. 7 стих. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Разве это не здорово? Когда ты получил свое звание, и затем тебя отправили проходить подготовку на пилота-истребителя, было бы интересно, если бы они тебе сказали, да. «Лейтенант Уинстон, вас отобрали, и все, что вам теперь нужно, это пойти и собрать примерно 32 миллиона долларов на самолет. Мы вас подготовили и выдали вам лицензию. Мы купим вам боеприпасы». Да, верно. Вы шутите? Я не собираюсь копить да. деньги, чтобы купить на них самолет. Я ожидаю, что вы его да. предоставите. Да. Я работаю на вас. Понимаете? Понимаете? И у людей нет мышления о предназначении. И теперь они пытаются... Я понял кое-что. Прости меня, что перебиваю нет, тебя. Все хорошо. Но когда тебя послали в Юго-Восточную Азию, да. там была жара больше 40 градусов каждый день. Да, говорю вам. Что бы случилось, Билл, если бы ты однажды утром поднялся и сказал: «Разве у нас нет авиабаз на Гавайях?» Я думаю, что уеду туда. Я не знаю, я могу быть таким же хорошим солдатом на Гавайях, как и в Юго-Восточной Азии. И кроме да. того, мне не нравится здесь еда. И вот ты пакуешь свою сумку и уезжаешь. Нет, нет, ты не нужен им на Гавайях. Да. Если бы ты был нужен им там, Совершенно они верно. Бы тебя туда и послали. Ты нужен был им да. в Юго-Восточной Азии. И чем труднее место, тем труднее поручение.
Они не посылают наименее подготовленных. Да. Они не посылают наименее талантливых. Да. Они посылают лучших. Они посылают первых. Они посылают самые сливки. Почему? Да. Потому что они выполнят работу. Это единственное, чего они ищут. Они не говорят, ну, мы не пошлем его, он слишком хорош, чтобы его терять. Давайте сначала пошлем тот мусор туда и посмотрим. Нет. Боже мой. Они не посылают вас туда только для того, чтобы кого-то послать. Они посылают вас туда, чтобы выполнить работу. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? У тебя есть поручение. Я рад, что там есть слова «когда-либо». О, мне нравится это «когда-либо». В любое время. Боже мой. В любое время. Он позаботился обо всем. Он позаботился о медстраховке моей семьи, моем медобслуживании и проживании. Он позаботился обо всем. Правительство небес позаботилось обо всем и сделало это по высшему разряду. Говорю тебе. О, Билл. Это было по высшему разряду. Иисус сделал утверждение. Он сказал, что Иоанн Креститель... был пророком номер один Ветхого Завета. Я верю, что это потому, что он был единственным, кто лично знал Иисуса. Да. Но Иисус сказал, что наименьший в Царстве Божьем, другими словами, наименьший из этих новых творений, имеет больше власти, имеет больше выделенной ему власти, чем величайший пророк Ветхого Завета. Боже мой. Боже мой. Просто подумайте об этом. Мы снова возвращаемся к этому человеку, который мучился на другой стороне озера, и о том, чтобы попасть к этому Иисус человеку. Иисус выполняет поручение. У него есть поручение. Давай вернемся в первую главу книги Иисуса Навина. И просто посмотрим, как Бог сказал Иисусу Навину что-то сделать. Есть ли у него поручение? Перебирается ли он на другую сторону озера, где находится тот, одержимый бесами? Едет ли Иисус туда для того, чтобы заработать себе больше славы? Вот оно, Боже мой. Нет. Иисус выполняет поручение не поэтому. Перебирается ли он туда, потому что люди там зарабатывают больше денег, чем здесь? Нет. Он едет туда, потому что там страдает человек. Кто-то находится в муках. Это мучение. Все творение взывает об откровении сынов Божьих. Это действительно зажигает меня, Билл. Разве Павлу не приснился сон, в котором тот человек сказал ему, «Приди в Македонию и помоги нам». Да. Помоги нам. Да. Боже мой, это те поручения, которые есть у нас здесь. А как насчет Анании? О, да, совершенно верно. Он сказал ему, там человек в Дамаске, мне нужно, чтобы ты пошел туда. Я не пойду встречаться с ним. Нет, это человек-террорист. Этот человек причинит вред. Господь сказал, нет, ты ему нужен. И ему нужен Святой Дух. И ты мой человек. Поэтому Анания поднялся и пошел. У него было поручение. У него было поручение. Боже мой. Только посмотрите на это. Просто подумайте так, потому что когда в вашем разуме есть владычество и статус посла, тогда вы думаете о поручении, потому что вас отправили в страну. Они хотят, чтобы вы в этой стране пошли и представляли их правительство, а не представляли себя. Представляйте то правительство, то царство, того царя, который послал вас. И мы должны это помнить. Вот где мы. Наверное, нам надо так думать о назначении. Это так. Посол, он назначен. Это хорошо. Мы... Да. Были назначены. Назначены. Для каждого рожденного свыше Божьего ребенка предназначена судьба. И так как мы представляем этого царя, и такова форма правления, мы ограничены в том, чтобы говорить лишь то, что сказал наш царь. Мы не можем говорить... Царь сказал так, но позвольте мне сказать вам, что я думаю. Нет, нет. Мы не в таком положении. Мы должны говорить то, что он сказал. И вам также не нужно заставлять это называется... происходить. Нет, вам не нужно. Вот к чему я хочу привести это, брат Копланд. Видишь? Ты видишь? О, да, я вижу это. За вами стоит престол этого Царства Божьего. Этот престол
стоит за вами. И если вы посмотрите на это и увидите в третьем стихе, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, от Ливана», и так далее, и тому подобное. Пятый стих. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Теперь мне нужно было посмотреть в Библии и узнать, как Бог был с Моисеем. И я перелистал. Да, это то, что он сказал. Это то, что он сказал. Поэтому, если вы откроете 23 главу книги Исход, в 23 главе книги Исход мы увидим, как он был с Моисеем. Хорошо? Исход, 23 глава. И вот что он сказал в 20 стихе. «Вот я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Итак, блюди себя перед лицом его и слушай глаза его, и не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что я скажу, врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет перед тобою ангел мой и поведет тебя к амореям, хитеям, ферезеям, хананеям, евеям и евусеям, и истреблю их». Это говорит мне о том, что я называю божественным сопровождением. Поэтому я иду в ту страну, но я не иду туда сам по себе. У меня есть невидимое божественное сопровождение, которое со мной, и обязанность защищать меня, потому что я поставлен Богом. Разве не это произошло с тем пророком, Елисеем, когда Гиезий спросил, что же мы будем делать? Да. И Елисей сказал, «Господь, открой глаза этого глупца, пусть он увидит». Да, так и когда тот открыл их, Это не значит, что Елисей видел это. Он знал, что они там. Да. Верой он знал это, брат Копланд. И мы должны знать, что они там есть. Он сказал, «Нас больше, чем их». И тут парень думал. Что с ним такое? Что с ним такое? Что же вам делать? У него было поручение, верно? Да. Он был там, потому что он должен был Боже быть мой. Там. Ты это видишь? Да, я понимаю. И я также восхищен этим. И тогда, когда ты идешь теперь так, ты слышал о правительственном термине, о законе права государства на принудительное отчуждение. Да. Этот закон говорит, что если государству нужен этот участок собственности здесь, у них есть право прийти и предложить вам что-то за эту собственность. Это то, что Бог говорит. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших. Почему? Потому что враг удерживает собственность. Он удерживает людей. Он удерживает возможности. Он удерживает. Поэтому мы должны двигаться вперед. И когда мы идем туда, он сказал, «Занимайтесь этим, пока я не приду». Поэтому у нас есть право на принудительное отчуждение. Слава Богу, особенно в духе. В духе. Я видел это в естественном мире. У человека был дом, и они собирались построить большое шоссе там. И он не хотел продавать дом, но он был вынужден. Годы тому назад мне позвонили и сказали, «Брат Копланд, нам нужна помощь». Я спросил, что произошло. Жена пастора такого-то была во дворе своего маленького дома, и с ней случился припадок, кто-то позвонил, и они приехали и просто увезли ее куда-то в сумасшедший дом. И я подумал, что? И как оказалось, они отвезли ее в городскую окружную больницу и поместили ее в отделение. Восьмое отделение, где находились все сумасшедшие. Да. И она была там. Я сказал, что же мне делать? Господь сказал, поезжай туда и забери ее. Я сказал, хорошо. Я поехал туда, и я вошел туда, Билл. Помазание Божие сошло на меня. И когда я вошел туда, я не спрашивал никого. Я не говорил, могу ли я пойти и навестить эту женщину. Да. Я подошел, и это было похоже на тюрьму. Там была большая дверь с решеткой. Я подошел к ней, и там стоял работник. Я сказал, откройте дверь. Он просто посмотрел на меня и открыл ее. Я понимаю. И когда я вошел, он закрыл ее. Дверь захлопнулась за мной. Я пошел по коридору.
И говорю тебе, самый большой и самый злобно выглядящий черный человек, которого я только видел в своей жизни. Он был самым большим из всех людей, которых я только видел. Он просто шагнул, все остальные просто ушли с его пути. Он вышел на середину коридора и встал там. Я подумал, вот мы идем, Иисус. Я просто направился к Нему и все это время говорил, «Тот, кто во мне больше». Когда я подошел к Нему, Он все еще выглядел так страшно, как всегда. Ну вот он повернулся и ушел с дороги. Я прошел туда и услышал голос той женщины. Она была там, в маленькой комнате. Я подошел туда, и она сказала, «О, брат Копланд!» И с ней случился припадок, прямо в той комнате. Я изгнал это из нее, и она перестала биться. Просто поднялась. И маленькая женщина, которая сидела там рядом с ней, сказала, «Мистер, не могли бы вы сделать это и для меня?» Поэтому мы помолились, она родилась свыше и наполнилась Святым Духом. Я взял жену пастора и сказал, «Пойдем, мы уходим отсюда». Мы подошли к входной двери. Я не спрашивал доктора, я не спрашивал полицейских, я не спрашивал никого. Я просто подошел к входной двери. Я сказал, «Откройте дверь». И тот же самый человек открыл ту дверь. Мы вышли. Он захлопнул ее за нами. Мы вышли через дверь, сели в машину, и я отвез ее домой. Ты принял полномочия. Это и произошло, верно? Вот что значит царская власть. Когда за мной последнее слово в делах моего владения. Когда это сошло на меня, когда это помазание пришло, я не сомневался в нем. Просто по-человечески я бы не пошел туда, такой сильный и смелый. Но у меня было поручение. И ты был откровением сынов Божьих. Кто-то стенал и мучился. И нуждался в ком-то с поручением. Да. Кто Вадим Духом Божьим. Да, конечно. Это проявилось там, и она вышла оттуда. Свободно. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Каждая пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Из-за того, что Господь сказал мне много лет назад. Я совсем не хотел собирать никакие пожертвования, когда начал делать телепередачи. Из-за того, что я видел раньше. И все это было... В любом случае, Господь сказал, «Нет, это неправильно». Он сказал, «Когда ты проповедуешь, тебе нужно дать людям возможность сеять и отвечать на то, что ты делаешь, потому что так они делают это своим собственным». Верно. И потом он показал мне это место Писания. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, и я заблуждался в этом. Бог поругаем не бывает. Да. Что посеет человек, то и пожнет. Вы не можете пожать из Слова Божьего, не посеяв сначала в него что-то. В это. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Пожнет зоя. Это слово переведено как жизнь вечная, но его сложно перевести на любой язык. Оно в действительности означает жизнь Бога, самого Бога. То, что делает Бога Богом. И это то, что было посеяно в вас, когда вы родились свыше. Да. Это новая жизнь, которая в вас. И когда вы слышите слова учения и проповеди, которые созидают веру, тогда вы используете эту веру и сеете назад в источник этого учения, откуда вы получили его. И именно тогда слово, которое вас пускает корни, становится вашим. Вы собираете информацию из того, что вы услышали. Жизнь Божью, которая есть в этом. Отец, мы молимся за наших партнеров, тех, кто смотрит и слушает нас по всему миру. Я прошу Тебя, открывай им, как они в финансовом плане могут участвовать в этом телевизионном служении. И они будут послушны Тебе, и они будут благословлены, и мы будем благословлены, и все будет в соответствии с Твоим планом и Твоей волей. Делайте то, что Господь говорит вам делать. Я хочу, чтобы вы помнили это. Я говорю это каждый раз, и я должен сказать вам это. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, ваше пожертвование не уходит в США. Оно остается в вашем регионе, чтобы продолжать финансировать передачи в вашем регионе. Поэтому верьте Богу и делайте то, что Он говорит делать. И результатом будет благословение Господне. Аминь.
и вы присоединяетесь к этому поручению. Да. Это начинает иметь духовный смысл, и это производит веру. Верно? Аллилуйя. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, воспользуйтесь информацией, которую вы видите сейчас на экране. Будьте частью хорошей церкви. Слава Богу, и помните, Иисус Господь.